бы ни посмотрели, мы увидим прошлое. Когда мы смотрим на ночное небо, на самом деле мы вглядываемся в прошлое вековой и тысячелетней давности. Именно столько времени требуется свету, чтобы вернуться к нам. Когда звезда взрывается в 5 миллиардах лет от нас, проходит 5 миллиардов лет, прежде чем свет от взрыва достигает Земли. Это значит, что звезда взорвалась до образования Земли 4,5 миллиарда лет назад. Но понять, какие изменения произошли в нашей Вселенной после взрыва этой звезды, ученые смогут только в наши дни. Наблюдая за далекими галактиками, мы можем видеть, какими они были миллионы и миллиарды лет назад. Мы можем наблюдать за галактиками, до которых никогда не сможем добраться. Нет ничего быстрее света. Но даже ему требуется миллиарды лет для того, чтобы пересечь космическое пространство.